События здесь носят такой одновременно и трагический, может быть, и комический характер. Мне показалось, что президент, который теряется в собственной логистике у себя на родине, когда он идет не в ту сторону или обращается не к тем с определенными высказываниями и так далее, здесь попытался примерить на себя амплуа бесстрашного ковбоя в рамках избирательной кампании или выдвижения на выборную должность. И, к сожалению, этого не получилось, потому что опять получился сонный Джо, а не бесстрашный ковбой. Все эти сирены, все эти вещи создают впечатление такое, что это режиссура под задачу. А задача здесь, вероятно, все-таки выборы на родине, и этим все сказано.